С вводом новых платных участков дорог на сети госкомпании «Автодор» число аварийных комиссаров выросло до 128 единиц. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор». Тверская область не исключение, ведь у нас в декабре также был введен в эксплуатацию еще один отрезок М-11. Об этом рассказывает наш корреспондент. Платная автодорога – это в первую очередь высокая скорость передвижения. Обратной стороной этого является особенность прохождения трасс мимо населенных пунктов. Чтобы в случае поломки автовладелец не оставался один на один со своей проблемой, более 10 лет назад госкомпания «Автодор» внедрила службу аварийных комиссаров. Они за 10-15 минут должны прибыть на место происшествия. Помощь вызывается на скоростных автомобильных дорог у нас звездочка 2323. Сразу же приедет аварийный комиссар. Минимальное, так сказать, времени до прибытия. И поможет организовать все те необходимые меры безопасности, чтобы, так сказать, и обеспечить и прикрытие транспортного средства, и вызвать при необходимости дополнительные силы. По итогам минувшего года число экипажей аварийных комиссаров выросло до 128. Трассу М-11, проходящую в том числе и через Тверскую область, патрулируют 26 единиц. С вводом в эксплуатацию в декабре части обхода Твери команда аваркомов увеличилась на 2 человека. При этом автомобилистам стоит и самим помнить основные правила поведения в случае ДТП или поломки авто. Надо покинуть транспортное средство, выйти из машины, со стороны автомобиля предотвращающий выход водителя на проезжую часть, чтобы он не выходил на проезжую часть, а выйти уже на ту сторону дороги, где это там с краю там с обочины. Как показывает статистика, служба высоко востребована у пользователей. По данным компании «Автодор», только за 11 месяцев минувшего года аварийными комиссарами оказана помощь более чем 100 000 раз. Это на 6 000 больше, чем за 2022 год в целом.